В Астраханской области полным ходом идет осенняя призывная кампания. Первая группа из 20 человек уже находится в сборном пункте и ожидает распределения по воинским частям России. По словам начальника военного комиссариата по городу Астрахани, большинство астраханцев попадут в военные части Южного федерального округа. На плацу воинской части 6688 города Астрахани проходит показательное выступление для 50 призывников. Отдел городского военного комиссариата проводит первую отправку солдат-срочников в воинские части страны. На торжественном мероприятии с напутственными словами к ребятам обратились общественные организации и представители духовенства. Вам сейчас вставать в строй и выполнять свой священный долг. Хочу напомнить, что на Руси всегда было высшей привилегией для мужчин служение Отечеству. Около 20 будущих солдат уже находятся на сборном пункте и ждут распределения. В этой призывной кампании астраханцы не будут призываться в научную роту. В весенние два наших земляка прошли отбор и были направлены в спецподразделение в Воронеж. География призыва очень обширная. Мы призываем на территорию всей страны. То есть основная, конечно, масса тех граждан, которые будут призваны и подготовлены по военно-учетным специальностям. То есть мы накануне призыва всех юношей готовим, ну, основную массу готовим в подразделениях ДУСААФ, в местных отделениях. Все те, кто были подготовлены, будут проходить службу на территории Южного военного округа. И большая часть из них, конечно же, будет проходить на территории Астраханской области. Пройти службу на территории региона молодой человек может при наличии беременной жены, либо ребенка младше 3 лет. Льгота распространяется на тех призывников, кто сам является единственным ребенком в семье. Правда, место прохождения служб принципиально далеко не для всех. Ильдар Караджанов, выпускник юридического вуза, после армии планирует работать в полиции. Отец мне служил в советское время, служил в Чехословакии на тот момент еще. А у меня самого предпочтений никаких нету. Куда призовут, туда пойду. Ребята показали очень профессиональную подготовку свою. Надеюсь, в дальнейшем оказаться в их рядах. В этом году среди призывников многие с высшим образованием. К службе в армии ребята готовились со всей ответственностью. Прошли курс начальной военной подготовки, получили нужные специальности. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Новости 24, Астрахань.